Впервые в Омске состоялся доброфорум, который объединил все волонтерское сообщество региона. Лидеры добровольческих организаций, координаторы крупных региональных волонтерских проектов, всего свыше 400 человек, сразу же включились в работу мастер-классов и диалоговых площадок. Кстати, среди участников есть и иногородние представители. Мы приехали, во-первых, для того, чтобы провести установочный семинар в рамках Национальной ассоциации развития образования «Тетрадка дружбы», познакомить ребят и педагогов с нашей программой, а также для того, чтобы бывать на вашем форуме. Участникам доброфорума представили наиболее успешные практики в культурном, корпоративном, событийном, социальном волонтерстве и волонтерстве победы. А представители регионального отделения Российского союза спасателей рассказали о своей деятельности в сфере чрезвычайных ситуаций. Общая задача, да, вообще для нас, спасателей, нужно было рассказать будущим вожатым о том, как правильно выполнять первую помощь. Сегодня вот на форуме очень много как бы было интересных выступлений, которые связаны с какими-то конкретными примерами, с какими-то новыми технологиями в этой деятельности. Потому что это важно, и такие форумы они проводятся именно для этого, чтобы люди могли поделиться друг с другом какими-то вот новшествами, начинаниями, какими-то неохваченными категориями там, людей. Еще чего-то, что в принципе как бы вот в орбиту волонтерства и добровольчества входит, но еще не охвачено. На торжественной части доброфорума министр по делам молодежи Дмитрий Григорьянц вручил благодарственные письма губернатора самым активным добровольцам региона, а также наградил победителей областных конкурсов. Звание «Волонтер года» получила юная представительница Павлоградского района Алина Фисенко. У каждого человека есть своя неиссякаемая энергия, ее нужно куда-то девать. И лучше это направлять на добрые дела, в помощь каким-то пожилым людям или в помощь своего района. Умение организовывать свою деятельность, работать со сверстниками, устраивать мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, среди волонтерских отрядов лучше всех с этими задачами справились ребята из отряда «Ритм» Кормиловского района. Мы все очень дружно собрались, обдумали все, отрепетировали. Мы были уверены, что все получится, но удача, наверное, да, помогла. Одной из самых ключевых тем на доброфоруме стал 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Грандиозное событие, которое объединит самую активную и позитивную молодежь из разных стран, пройдет в октябре этого года в Сочи. Мне интересен сам опыт общения в международном, как бы в международном волонтерстве, в международном сообществе. Я был соорганизатором молодежных лидеров стран ШОС в Омске. Мне интересно себя проявить именно в качестве участника на этом форуме. Представить свой регион и страну на международной площадке смогут 120 омичей. 50 из них – лучшие волонтеры области. Мероприятие такое очень масштабное, значимое, да, и, конечно, хотелось бы, чтобы наши инициативные омские молодые люди, которых очень много в нашем регионе, отправились на это мероприятие, достойно представили омский регион и вообще в целом страну, потому что, ну, со всего мира приедут молодые люди, лидеры из разных самых сфер, поэтому хотелось бы, конечно, привлечь внимание, как можно большее внимание к этому событию, чтобы у нас в Омске как можно больше людей об этом узнали. Подготовительный комитет будущего фестиваля уже обрабатывает около 600 заявок. Состав делегации будет объявлен в июне этого года.